Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Если вы смотрели мои видеоуроки по PHP, то, наверное, замечали, что очень часто я хвалю PHP, я вообще без ума от PHP, да, от его возможностей и от того, что вообще можно с его помощью делать. Мне, например, после того, как я начал изучать PHP, я просто не могу остановиться. Каждый день я вообще мне в голову лезут какие-то все новые и новые идеи, да? То есть на PHP лично я могу делать практически все, что угодно. Ну и многие со мной, пожалуй, согласятся. Используя в своей практике PHP, можно управлять своим сайтом на все 100%. То есть не ограничиваться какими-то возможностями только одного HTML. В этом видео я вам кое-что покажу, после чего PHP вам понравится еще больше, если он вам, конечно, вообще нравится. О чем мы будем говорить? Давайте посмотрим на сайт computerlessons.ru. У него есть странички, по которым мы можем переходить. Кликая по какой-нибудь страничке, вот видеокурсы, уроки и статьи, у нас в адресной строке меняется все время адрес нашего сайта, да, то есть адрес странички мы получаем. Это вот страничка уроки и статьи, например, находится по такому-то адресу. Если мы перейдем в раздел справочник терминов, то мы автоматически попадаем на другую страничку. То есть каждый раз при клике по какой-либо ссылке у нас происходит полное обновление сайта и выводится информация на экран. В принципе, сайт computerlessons.ru не такой большой, чтобы создавать какую-то нагрузку на сервер. Сервер, на котором вообще он работает, да, этот сайт. Представьте себе такую ситуацию, когда ваш сайт начинает приобретать какие-то размеры, то есть он растет, растет. На вашем сайте, допустим, у меня здесь вот три колонки. Ой, то есть две. Вот одна колонка с контентом и одна колонка для меню. Бывают трехколоночные сайты, когда вот еще с этой стороны колонка, да, и в этих колонках, в этих меню куча всякой информации. Там какие-то баннеры, форма для регистрации, какие-то там, я не знаю, рекламные ролики. В общем, статистика сайта, в общем, там куча всякой информации, которая каждый раз при обновлении страницы, то есть это меню грузится снова, да? Давайте взглянем на небольшой пример такой. Вот то, о чем я говорю. Вот представьте себе, что голубенький прямоугольник у нас это страница нашего сайта или, если хотите, окно браузера, да? Вот то, о чем я говорю. У нас три колонки. Две колонки для меню, одна текст, ну и сверху и снизу, еще бывают такие блоки, сверху это у нас, обычно это какой-то логотип, в общем шапка сайта, ну и снизу это какие-то копирайты, ссылочки там полезные и прочее. Так вот, каждый раз, когда мы обновляем страницу, у нас обновляется только вот эта часть. Очень часто обновляется только вот эта часть. И по сути у нас есть набор таких кусочков, которые мы просто подставляем туда-сюда. Да? То есть мы меняем местами. Только средствами PHP мы можем вот работать в таком виде, как есть, да, обновлять всю страницу. Сегодня я вам покажу пример, как может работать страница,
не обновляясь полностью. То есть мы будем обновлять только вот эту часть. То есть эту часть мы, допустим, убираем, берем другую, подставляем сюда. Нам не нужно обновлять всю страницу. Понимаете? Теперь нам не нужно обновлять всю страницу. Мы меняем только центральную часть. Все остальное остается неподвижным. То есть пользователь не обновляет всю страницу полностью. Какие это дает плюсы? Во-первых, если у вас не безлимитное соединение с интернетом, то вы экономите трафик. Второе, это скорость загрузки сайта. Так. Ну и третье, это также снижает нагрузку на сервер, на котором находится сайт. И все эти возможности можно получить при помощи обычного JavaScript, JavaScript. В связке PHP, когда-то на своих уроках я говорил, что PHP без проблем может работать с HTML. Сегодня я вам говорю, что PHP может работать в связке с JavaScript. И это очень классно. Давайте я вам покажу еще пример. Вот, допустим, мы в уроках по PHP писали скрипт данного сайта о моем домашнем питомце. Так вот, также при переходе по каким-то ссылкам, вот я кликнул на ссылочку, да, у меня открылась какая-то страничка видео, да. Кликнул я вот по ссылке «Хома кушает яблоко», у меня открылась уже другая страничка. Так вот, при помощи JavaScript можно свои PHP скрипты усовершенствовать. И давайте я вам покажу теперь, как будет работать данный сайт, я не знаю, как минимум в 3 раза быстрее, чем он сейчас работает. Он, в принципе, и так сейчас работает очень быстро. Вы видите, что странички открываются достаточно быстро. Но мы сделаем это еще быстрее. То есть вот сейчас каждый раз у нас обновляется все. У нас обновляется шапка, у нас обновляется меню, у нас обновляется контент. Только из-за того, что происходит, ну, у меня достаточно большая скорость соединения с интернетом, и мы не видим, как вот эти части обновляются, да? То есть мы не замечаем. Но, в принципе, мы можем это проследить по изменению вот этой вот части, да? То есть меняется адрес страницы. После этого видео вы сможете сами зайти на данный сайт home.modelman.ru и посмотреть, как все это работает. Ну, давайте я вам продемонстрирую, как все же будет работать этот сайт в связке PHP плюс JavaScript. Итак, я подключил JavaScript, и теперь мы находимся, обратите внимание, мы находимся на главной странице сайта. Теперь при клике по любой статье либо по категории у нас не будет происходить обновление страницы, то есть здесь не будут появляться адреса страниц, будет просто обновляться вот эта часть. Только эта часть. Показываю. Читать полностью. У нас происходит загрузка и открывается другая страничка. Обратите внимание, что здесь у нас ничего не отобразилось. То же самое. Открываем категорию фото. Происходит загрузка страницы. У нас появляется категория фото. Выбираем любую фотографию. Вот, например, маленький хулиган. Нас отправляют. Браузер прокручивается вверх автоматически и загружает фотографию маленький хулиган. То есть вот такие вот полезные свойства имеет PHP в связке с JavaScript. Все это я вам могу показать, как все это работает, но, естественно, все это я буду рассказывать и показывать только для покупателей
диска PHP плюс MySQL, который сейчас вы можете приобрести на сайте в разделе видеокурсы PHP плюс MySQL для начинающих. Ну и если вам интересно то, что я вам сейчас показал, вам интересно развивать свой проект, тогда я приглашаю вас на форум, где мы можем пообщаться по реализации данной возможности, которую я вам сейчас показал. Такая вот динамическое обновление страниц. Ну а с вами я не прощаюсь, а говорю вам только до свидания.